Хадринга новый постоялец, а? А, привет, привет. Что привело тебя в ночные ворота? Говорят про мальчугана из Винхельма, Авентуса Аретина. Он вроде бы сотворил черное таинство и пытается вызвать темное братство. Ха, идиот несчастный. Если что нужно, кричи. Укладывай. Я ничего не говорил. Мы должны захватить Хьялм. Провалиться мне в Обливион. Старый медведь был прав. Все прошло чисто. Вот и молодец. Все подробности мне Галмар расскажет. А теперь... Хорошо, что ты здесь. Мне нужно передать сообщение Ярлу Вайтрана. Передай этот топор Балгруфу-старшему. Да, топор. Ты что, недавно в Скайриме? Отдай ему мой топор. Если он оставит его у себя, значит, я выгодую время. Если вернет, значит, война. Будь там поосторожнее. У вайтранского ярла крутой нрав. Мне казалось, я дал великолепно. Это просто неоценимая услуга. Получи свою награду. Отправляйся в Вайтран. Братья Бури одерживают победу за победой. Путешествуй осторожно. Опасность поджидает повсюду. Говорят, стражи рассвета возрождаются. Это охотники на Вайтран. Я убираюсь и готовлю во дворце. Не надо обращать на меня внимание. Я тут никто. Знаешь уже, нет? Дракон снова. Стой. Это платная дорога. Раскошеливайся. Ну ладно. С тебя все равно больше не возьмешь. Проваливай отсюда, пока я не передумала. Плохое ты выбираешь время, чтобы заблудиться. Хватит!
Да! О чем все говорят? Авентус Аретина творит черное таинство? Хочет призвать темное братство? Ох, Гримвар, ты всегда веришь разным глупостям. Нет, Кань, я стараюсь уберечь Гримвара. Но времена нынче опасные. Я постучусь к нему и... Не... Матушка, пошли мне свое дитя, ибо грехи недостойные должны быть омыты страхи. Милосердная матушка, пошли мне свое дитя. Наконец-то! Мой... Получилось! Я знал, что вы придете! Я знал! Я творил черное таинство снова и снова, с телом и со всем остальным, и вы пришли. Ассасины из темного братства. Не нужно ничего говорить. Нет нужды. Вы пришли, и я знаю, что вы примете мой контракт. Моя мама, она умерла. Я теперь совсем один. И они отправили меня в этот ужасный приют в Рифтоне. Благородный. Начальница там злая, жестокая женщина. Ее зовут Грела Добрая, но она совсем не добрая, она ужасная со всеми нами. Тогда я убежал и пришел домой. Я сотворил черное таинство, и вы пришли, и вы убьете Грела Добрую. Честно говоря, мне тут одиноко. Хоть я и ненавидел этот приют, но у меня там друзья, и я по ним скучаю. Ясно выражаюсь. Да, Грет. Да, вот еще что. Чтоб я больше не слышала про усыновление. Никого из вас, оборванцев, отсюда не заметил. Никогда. Никому. Грева! Грела тубили! Я сдаюсь! Грелот сдохла! Ее убил Авентус! Ха-ха. Ура! Грелот добрая на карьере не могла! Грелот померла! Эй! Авентус спас всех нас! Поднял темное братство, чтобы убить старуху. Победа за тобой! Ха-ха. Пощадри!
Велот добрая. Она, ну... Ага! Я знал, что вы справитесь. Я так и знал. Я знал, что темное братство меня спасет. Вот, как я и обещал. Ты ее сможешь дорого продать. И спасибо. Спасибо еще раз. Драконы в небе огнем плю... Вампиры среди бела дня на людей... В Рифтоне произошло убийство. Грохнули старушку, хозяйку приюта. Должно быть, несчастные сироты рыдают. Нужно что-нибудь выкопать? Только лучшее оружие и броня. Если нужна броня или требуется новый меч, обращайся ко мне. Я бы с радостью путешествовала больше, но кому хочется постоянно натыкаться на солдат? Ты брала мой лучший молоток? Нет. Вермеер? Я его не трогала. Клинки, шлемы, практически все необходимое. Если мне кажется, я его там... Нужен хороший... Если вы... Побрякушки, всякая всячина и прочие безделицы. Спасибо за визит.